Жители Кимрского округа в июне ждут изменения в графике и схеме движения общественного транспорта. Они затронут 7 маршрутов, благодаря чему пассажирам станет удобнее передвигаться по агломерации, сообщает компания «Транспортверт». У автобусов номер 2, 12, 17 и 284А частично сместится время в связи с запуском маршрута номер 18. Последний будет начинать путь из деревни Ромашкино, а оттуда он проследует в город. Время отправления рейсов номер 280 и 285 будет скорректировано для синхронизации с обновленным расписанием электропоездов. Вся подробная информация будет доступна на сайтах областного Минтранса, транспорта Верхневолжья и в мобильном приложении «Волга».